Ну и далее о событиях, которые попали в центр внимания китайских журналистов. Наводнение в Синвэне провинции Хубэй едва не закончилось трагедией для пожилой пары. Спасатели обнаружили 72-летнюю женщину, застрявшую посередине потока воды, камней и грязи. Для своей же безопасности она была привязана к дереву. Как выяснилось, супруг несчастный использовал для спасения жены всю веревку, которая была у него с собой. На себя материала не хватило, и мужчину просто смыло вниз по течению. Спасатели долго искали храброго супруга, пока, наконец, не нашли. В добром здравии и с редкими ссадинами. Зато живого. О том, что любой труд почетен, в Шанхае знают даже малолетние дети. 5-летняя девочка с радостью помогает маме, которая работает дворником. Эти фотографии в китайских соцсетях набрали 1000 лайков. Сложно удержаться от улыбки при виде этой милой и ответственной крохи. Чего только не придумывают животные в китайских зоопарках, чтобы справиться с жарой. Например, панда Вэй-Вэй из уханьского зверинца, что в провинции Хубэй, оккупировала целый кусок льда, предназначенный для всех ее товарищей. Медведю было так хорошо, что он даже уснул на холодной поверхности. Остальным пандам ничего не оставалось, кроме как ждать своей очереди.